Всем привет! Сегодня решили сделать шашлычок из баранины и запечь картошечку на мангале. Вот купили мы мясо, баранина задняя часть охлажденная, 2 килограмма 350, вышло у нас на 1374 рубля. А вот, мясо нам порубили сразу на вот такие вот кусочки, я его уже помыла. И сейчас будем с вами мариновать. Взяла лук. Ну, лука лучше побольше брать. Чем больше лука, тем больше будет такой запах шашлыка. Сейчас лучок порежем. Дальше добавим немного растительного масла. Дальше добавим соль, перец и минералку. Мы больше ничего не добавляем. Любим, чтобы такой классический был рецепт. Вот, поэтому смотрите, не переключайтесь, будем сегодня отдыхать. Так, смотрите, вот я порезала лук, сейчас положу это все в мясо. И самое главное здесь, чтобы у нас лук дал сок, нужно сверху лук присыпать солью. Выкладываем лучок. И сверху берем и солим. И тогда у нас лук даст сок. Так, вот я, значит, помяла лук, выжала сок, как бы, добавила лимончик. Тоже это все перемешала, соль, перец. И добавила сверху смесь перцев таких, сушеный болгарский просто перец у меня был. Вот сверху добавила. И сейчас мы с вами зальем это все минеральной водой. Обычную вот минералку я взяла. Вот сейчас залью и оставим хотя бы на 2 часа промариноваться. Так, вот смотрите, я переложила в другую емкость. Сейчас отправлю это все наше мясо в холодильник. Сейчас мы с вами будем заворачивать нашу картошечку в фольгу. Друзья, всем привет! Это продолжение видео. Вот такую, короче, верандочку мы построили. Сейчас на веранде шашлычок будем делать из баранины. Такую веранду построили, фундамент залили. Сколько нам веранда обошлась в Московской области? Короче, ребят, 350-400 тысяч. Ну, она меньше говорит, просто чтобы я цену не знал. 400 тысяч примерно веранда стоит. Теперь уже стоим, жарим шашлыки не на земле, а вот на бетоне, на асфальте. Сегодня шашлык из баранины. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Отдыхаем. Вот положили мы наше мясо. Смотри, сок. Ой, классно. Ой, как пахнет. Круто. Ой, запах вообще. Смотрите, какое мясо. Обалденное. Вот такие кусочки у нас получаются. Аромат крутой, да? Угу. Тут у нас вторая партия. Друзья, наш шашлычок готов. Начинаем пробовать. Шашлык из баранины. С мазиком и с кетчупом. Просто по-простому. Друзья, ставьте лайки. Получилось обалденно. Баранина. М-м-м.
Горячая. Очень круто. Прям вкусно-вкусно вообще получилось. Классно. Баранина есть баранина. Жирная, мягкая, вкусная. Горячая, обалденная. Просто круто. Здорово. Прям получилось прям классно вообще. Свежак.